Всем привет! Сейчас мы сделаем пополнение, вернее установку и пополнение PLC Farm или же фермы, как мы ее называем, на наш телефон. И свяжем ее вот с этим вот аккаунтом. Мы видим, что у нас отображается подарочная ферма. Максимальная загрузка 74 PLC. Также в разделе «Мои приложения» мы видим, что уже нам доступно к скачиванию ферма PLC Farm в Google Play. Что мы будем делать сейчас, устанавливая ее на телефон. В разделе PLC Farm мы будем видеть все показатели, которые отображаются в нашей ферме. Ферма дает 10 лет, нам 30% чистого дохода. Итак, стрелочка у нас пока вот эта вот на нуле лежит. Мы видим, что здесь 0 PLC и больше ничего не отображается. Давайте перейдем теперь в телефон и будем делать установку. Итак, установка фермы. Мы должны набрать в Play Market PLC Farm. И вот у нас выскакивает наша программочка PLC Farm. Нажимаем на нее, кнопочка «Установить». Идет скачивание нашей фермы. Установочка на телефон. Как обычная программка, ничего сложного нету. Есть текстовая инструкция. Прежде чем устанавливать, изучите хорошо инструкцию. Так, установка подошла к завершению. И нажимаем кнопку «Открыть». Теперь нам надо наше это приложение увязать с нашим аккаунтом, который мы видели, аккаунтом Platin Coin. Ввести адрес электронной почты и пароль именно от аккаунта. Итак, мы набрали нашу почту, логин от аккаунта, ввели пароль. Надо перетянуть сюда скроллинг и нажать кнопочку «Войти». Далее, система просит нас создать пин-код. Два раза нужно его ввести. На этом этапе приложение запросит у вас установить отпечаток пальца. Если ваш смартфон поддерживает эту функцию, это можно сделать. Если ваше приложение не поддерживает этой функции, вы просто пропускаете этот шаг. Далее, здесь система просит установить основной кошелек к вашей PLC Farm. Это кошелек, на который будут выводиться проценты. Но прежде всего хочу сказать, что ваше приложение кошелек, именно PLC Wallet, нужно обновить до последней версии, чтобы он работал с фермой. Итак, нажимаем кнопочку «Перейти в PLC Wallet», вводим пин-код. После этого мы попадаем в меню, и по кнопочке «Логин» нам нужно авторизоваться. Нажимаем «Логин». Далее вводим адрес электронной почты и пароль от кабинета Platin Coin. Ввели логин и пароль. И теперь нам нужно передвинуть наш ролик вправо, согласившись с условиями политики конфиденциальности. И нажимаем кнопочку «Войти». Система определяет, если у нас активная PLC Farm в нашем кабинете. Нам нужно нажать кнопочку PLC Setup Farm. И теперь система у нас запрашивает, какой кошелек мы хотим установить в качестве основного кошелька. Если мы нажмем кнопочку «Использовать данный кошелек», тогда это кошелек, который у нас на этом телефоне, и будет главным, и на него будут выходить проценты. В данном случае мы нажимаем кнопочку «Принять». Если же мы хотим использовать другой кошелек, значит, мы должны нажать кнопочку «Нет» нижнюю, «Использовать другой кошелек», и затем пройти по шагам системы, чтобы установить в качестве главного другой кошелек. Мы же нажимаем кнопку «Принять». Поздравляем, данный кошелек привязан к вашей PLC Farm. Нажимаем «Ок». Следующий шаг – перейти к PLC Farm, нажимаем желтую кнопочку, вводим текущий пин-код от фермы. Здесь система просит нас создать транспортный пин-код и подтвердить пин-код. То есть мы начинаем создавать кошелек именно фермы. Теперь важно,
сейчас у нас генерируется нам наш кошелек от фермы, и нам нужно его заскринить. Обязательно сохраняйте и записывайте пин-код и транспортный пин-код на бумажных носителях, чтобы его не потерять. Нажимаем кнопку «Сгенерировать». Система нас поздравляет, что мы успешно создали наш именно PLC-фарм. Теперь смотрите, вот этот кошелек мы делаем скриншот и обязательно нужно распечатать. После того, как вы проделали эту функцию, вы ролик перетягиваете вправо и нажимаете кнопочку «Далее». Теперь мы попадаем в меню нашей фермы. На балансе у нас 0 PLC и Max Load мы можем загрузить 74 PLC, так как у нас и было указано в нашем аккаунте Platin Coin. Значит, мы теперь пополним баланс, нажимаем на текст PLC Wallet, нас перебрасывает на кошелек, мы вводим пин-код. Далее в меню мы нажимаем Transfer to PLC. Transfer to PLC Farm. У нас видно доступный баланс, желтые цифры и сколько мы хотим отправить. Ну давайте тестово пока отправим 10 PLC. Окей. И Transfer to PLC Farm. Обязательно нам надо подтвердить на желтой кнопке, что мы отправляем. И кнопочку Окей. Транзакция успешно выполнена. Также мы видим в разделе PLC Farm уже появился у нас QR-код, это кошелек нашей фермы. Этим QR-кодом, вот этим вот QR-кодом мы можем поделиться с кем-то, дать любому человеку, который нам отправит на него коины нашей PLC, и они попадают к нам в ферму. Итак, вот первые наши 10 PLC уже попали на баланс. Если мы нажмем Max Load, мы видим, что можно добавить еще 64 PLC красненькими, видите, с помощью PLC Wallet. Или же с помощью QR-кода, как я вам только что говорил. Давайте посмотрим на него еще раз. Вот они, 10 PLC, видно на ферме. Видите, стрелочка поднялась. И сразу же здесь в показателях отображается доход за 10 лет, 30 PLC. Вот. Поэтому, если мы хотим увеличить скорость минтинга, то есть увеличить наш пассивный доход, нажимаем Upgrade. И здесь в кабинете нам нужно приобрести любую из ферм или же, как он называется, Power Minter. Видите, показатели все здесь расписаны. Друзья, вот так просто наша ферма активируется, и мы можем установить пассивный доход.